Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики. С вами снова Гидеон. И мы продолжаем проходить чудесную игру Шенму в рубрике «Лучшие игры». Остановились мы в предыдущей части на том, что узнали, что, возможно, Ланди кроется и таится в Гонконге. Рио захотел отправиться в Гонконг, но никто, к сожалению, не хочет ему помочь. Действительно, для этого нужно много денег. И кроме того, никто не хочет отпускать Рио, потому что, как они считают, не стоит тратить свою жизнь на месть. Но Рио так не думает. Поэтому сейчас наша задача, возможно, будет состоять именно в том, что нам нужно найти способ отправиться в Гонконг. Guess Hong Kong's out. Кажется, у Рио не хватает средств на то, чтобы отправиться в Гонконг. Видимо, он снял деньги со своей книжки. Или, я не знаю, как-то так, наверное, у них это значит. Мне нужно срочно в Гонконг, но как? Ни связи, ни денег. Надо поговорить с Фукусаном. Давайте, может, Фукусан нам чем-нибудь поможет. Хотя он посмотрел, у него прибавилось денег очень-очень много. Фукусан. You know of any cheap travel agencies? Yeah, there's one in Dawita, but... Dawita? Why you want to know? I'm thinking of going to Hong Kong. Hong Kong? Yeah, it appears that Lan Di went there. But what will you tell Ine-san? I'll persuade her. Not alone, you won't. I'll help you. Ine-san, do you have a minute? Yes, what is it? I know it's sudden, but I'm thinking of going on a trip. A trip? Yes. Good. You could use a vacation. Oh, yeah. Where are you thinking of going? Hong Kong! Hong Kong? Fuk-san. It seems the man who killed Hazuki-sensei is there. Ine-san, please give him the money for the trip. Idiot. What are you planning to do, Ryo-san? Oh, nothing. Nothing? This is crazy. I can't let you do this. Well, he has to get there somehow, Ine-san. I'm not listening. Ine-san. End of discussion. Huh? Thanks a lot. What? What did I do? You didn't have to tell her everything. I'm sorry. I'm going to have to do this by myself. Как и всегда. Узнать, сколько стоит билет до Гонконга? Я помню, мы находили туристическое агентство, оно находилось на углу, недалеко от магазинчика с цветами, где работает Нозоми. Давайте туда и отправимся. 46 тысяч йен у нас сейчас есть. Вот это да. Ryo-san, are you going out? Yeah. You were late returning home last night. Yes, a little. I would appreciate it if you could come home by 11. Okay, I understand. Да, все-таки вчерашняя наша ночная прогулка не прошла даром. Безусловно, но что поделать, я же пришел в 21:30, и почему Ине-сан говорит, что я не ночевал дома? Странно. Нет, дома я был 21:30, потому что на часах время я точно запомнил.
Ну что же, впереди нас ждет наш котенок, которого мы, конечно же, покормим. Ну и, конечно, купим какую-нибудь игрушечку. Я думаю, сотни йен меньше, сотни йен больше. Это ничего не изменит. Ну и заодно, конечно, мы узнаем, сколько стоит билет. Я думаю, он стоить будет прилично. Прилично. Раз Рио сказал, что ему не хватает даже 46 тысяч йен, то, наверное, билет стоит очень дорого. Hey, Ryo. Hey, Megumi. Ryo, Chibi's disappeared. Has she... She was already gone when I came. Will she come back? Oh. Okay. I'll go find her, and you wait here, Megumi. Thanks so much, Ryo. Куда же сбежал наш маленький веселый котенок? Мегуми переживала, так пропал котенок. Где же он может быть? Давайте тут... Подожди, Рио, не спускайся, вряд ли он ушел куда-то далеко. То есть она. Может где-нибудь здесь, в храме в этом? Небольшом. Так. Яманоси. Это, видимо, какой-то божок Яманоси. Не знаю, а может быть это просто название именно этого места. То есть, конечно, это название этого места, но почему оно совпадает с именем этого... Именем этого башка. Или кто это, я не знаю. Так, тут на крыше нет... Тоже пусто. Где же он может быть? Давайте попробуем. Я не думаю, что он ушел куда-то далеко. Может быть, где-нибудь здесь. Или здесь. Нет. Может, он мяукнет мне приветственно, когда я буду подходить. Я очень на это надеюсь. Ага. I can hear her mewing. It must be from down there. Точно, точно. А вон он, малыш. Вон он справа от меня. Вон он где. Где она спряталась. Маленькая проказница. Ну-ка, иди сюда. Отнесем тебя обратно. Well, there you are. Oh, there. Nozomi. Ryo, wait. Were you looking for her too? Yeah. She's here, Megumi. Oh, really? Chibi, Chibi! Where have you been? I was worried. Great, huh? Yep. Thanks a lot, Nozomi. No, not me. Ryo found her. Thanks a lot, Ryo. No problem. Well, I gotta go meet my friend. See ya. Yeah. Быстро Nozomi от нас ушла. Наверное, она действительно спешила, а может быть просто застеснялась, не знаю. Посмотрим, что дальше будет, как будут дальше развиваться отношения. Мы нашли его, Мегуми счастлив, давайте ее покормим. Что же она здесь, бедняжка? Ничего не кушала. Here, eat it. It's tasty. I think she likes this food. It must taste good. I'll bring more again soon. Great! Thank you, Ryo! Ну, не стоит, не стоит. Это всего лишь рыба. А теперь после такой неожиданной, так сказать, миссии, такой задачки, мы отправляемся дальше. Что нас ждет на нашем пути приключений? Удачи и невзгоды. Давайте купим игрушку от Сеги. 100 yen each. Давайте, давайте. I've got to buy the ticket first. Ага, молодец, Рио. Уважаю. Ни йеной меньше. Действительно. Ничего нельзя тратить. Поэтому мы отправляемся сразу в Дабуиту.
Может быть, у нас каждая копейка на счету. Хотя все равно можно было там сотню йен потом и занять у кого-нибудь. Той же Назоми, например. Я думаю, она бы не отказала. Да или Том тот же самый. 100 йен здесь, ну что это? 100 йен. 50 рублей, наверное, как сейчас у нас в России. Хотя раньше курс, конечно, другой был, совершенно другой. Так, Назоми нету? А, нет, она здесь. Есть нам с ней о чем поговорить? Да, есть. Назоми. Рио. Did you decide about Canada? Not yet. But my mom is really trying to persuade me. Really? You're concerned enough to come and ask me, eh? Yeah. Да, похоже, Назоми хочет отправиться учиться в Канаду. Нам это, конечно, не очень нравится, потому что все-таки Рио в глубине души знает, чего он хочет. Точно знает. Итак, вот наше агентство. Посмотрим, что нам там скажут. В прошлый раз, по-моему, с нами обошлись там довольно грубо. Be right there. Excuse me. Wait a minute. I want to finish this. Excuse me. Didn't I just tell you to wait a minute? I want to go to Hong Kong. The pamphlets are over there. Find one, decide. ¥170,000. Any others? Jeez, what a pain in the... I'm looking for a cheap fare. Here it is. This is the cheapest we got. ¥158,000? Is there anything cheaper? No, that's it. Okay, thanks. Hold it, bud. I went and got it out. So at least take it with you. Да, 158 тысяч йен. У нас даже третьей этой суммы нету. Безусловно, о какой поездке можно говорить? Полет на самолете все-таки стоит действительно очень дорого. Очень дорого. I should go home and think it over. Давайте вернемся домой и подумаем обо всем получше. Ирио хочет поговорить с Фукусаном на эту тему. Может быть, он что-нибудь придумает. Фукусан, конечно, очень наивный, добрый парень. И он не может лгать. Он мне напоминает, знаете, кого? Милхауза из этой... Ну, и Симпсонов, конечно. Когда... А, Барт, прости меня, я просто не могу лгать. Мне так нравится, когда взрослые меня хвалят за то, что я говорю правду. В одной из серий, по-моему, это было. Или даже, может, в нескольких. Я уже и не припомню. Настолько их много было. Ну вот и Фукусан также очень сильно мне напоминает его. Наивный, добрый, простой. Всегда готов помочь, всегда готов откликнуться. Но не может лгать, не может обманывать. Хороший парень. Посмотрим как раз, что... Чем он может нам помочь, если он, конечно, может чем-то помочь. Но Рио надеется, видимо, надеется не зря. The Hong Kong fare. Pretty expensive, eh?
Just a moment. Ryo-san. What's that? This here is my savings. I want you to have it. Book-san. Well, I really want to help you out. It's not much, but... Don't hesitate. Smash it open. Are you sure? Yeah. There should be a lot, but... well, one, two, three... 39,634 yen. Ah, that's still not enough. Yeah, right. Ah, I got an idea. Ida Florist. Ida Florist? Nozomi's place? Yeah, she travels overseas a lot. Maybe she'll have a better idea. Good idea. I'll go ask her. Okay. Фуку-сан действительно нам очень сильно помог. Он нам дал 36 тысяч йен. Это действительно много, но Рио кое о чем, конечно, не задумался. А вот попадет он в Гонконг, а дальше-то что? На какие деньги он будет жить? Где он разместится? Что он будет есть? Это действительно очень отчаянный, так сказать, поступок. Давайте посмотрим, что у нас записалось в дневнике. Фуку-сан отдал мне свои сбережения. Не надо тратить его деньги. Кто-то знает, как подешевле добраться в Гонконг. Спрошу Назоми в цветах Аиды. Там у Назоми работает старая бабушка. Видимо, ее бабушка, как мне кажется. Удивительно, она что ли бывает часто в Гонконге? Мне так не кажется. Наверное, не знаю, как-то... Но она, видимо, просто поставляет цветы оттуда. Но вряд ли она, конечно, туда ездит сама. Не в том возрасте. У нас 86 тысяч йен, да. Вот эта сумма. Вот эта сумма. Это даже чуть больше половины, чем нам нужно. Но... Все еще недостаточно. Что такое половина? Половина — это значит, что эти деньги, добытые таким трудом, столько они скапливались, что нужно еще столько же. Но, безусловно, мы надеемся, что нам кто-то поможет, как всегда. Без чужой помощи, заметили, ни один герой нигде не может справиться. Даже, по-моему, мультфильм был недавно. Как же он назывался-то? Там, в общем, были... А, нет, не мультфильм. Это был фильм полнометражный такой, конечно, большой. Вот, где были герои и были помощники героев. И герои никак не могли обойтись без своих помощников. Назоми. Ryo. What is it? When you go to Canada, do you always fly? Yeah, usually. Why'd you want to know? I'm looking for a cheap way to travel overseas. You're going overseas? Yeah. You know, I can only afford about 70,000 yen. 70,000? To where? I'm trying to go to Hong Kong. For a trip to Hong Kong? I doubt that's possible. But I only need to get there. Oh, well then, how about going by boat? By boat? Whenever Grandma goes to Canada with us, we gotta travel by boat. Really? Why? Yeah, 'cause she hates airplanes. Oh, but that's a secret, okay? Yeah. You might be able to find a boat ticket for a fairly cheap price. Yeah, maybe. Thanks. Прекрасные новости, дамы и господа. Оказывается, мы можем отправиться туда всего лишь на корабле. Как все просто и изящно. Долго, но... Просто. Билет на корабль гораздо дешевле.
нужно опять связаться с агентством, насколько я понимаю. Давайте зайдем, спросим, могут ли они нам продать билет на корабль. Или для этого нам нужно будет отправляться опять в порт. Be right there. Excuse me. Excuse me. What is it? Do you sell boat tickets to Hong Kong here? Boat tickets? Yeah, we do. How much are they? Boat... here it is. О, 70 тысяч. I'll take it. The sooner the better. You gotta pay up before I can arrange it. All right. Thank you. Excuse me. What? I'll take care of it. The ticket. Come back in 3 or 4 hours. All right. I'll be back in 3 or 4 hours then. Так, мы отдали 69 тысяч йен за билет. И теперь нам нужно подождать всего лишь 3 или 4 часа. Для того, чтобы, видимо, они сделали билет или заказали его. Забрать билет в Азия Турне в 4 часа. Сейчас у нас час. Значит, да, через 3 часа Рио решил прийти, не через 4. Хотя в реальном мире я бы пришел через 5 часов. И я бы был бы точно уверен, что даже через 5 часов они бы его еще не сделали. Потому что в реальном мире дела делаются только так, через год. Хотя, когда тебе скажут через месяц, приходи через год. Чтобы точно быть уверенным, что все готово. Том. Hi! You're looking good. Yeah, I'm always grooving, man. If I move, more customers may come. Yeah, sure. Keep it grooving, man. Ну что же, Том, как всегда, в своем стиле. А мы сейчас отправимся и попробуем... где бы нам провести эти 3 часа? Можно сыграть, конечно, в автоматы, хотя вряд ли Рио будет сейчас тратить деньги. Нам всего лишь нужно передохнуть и подождать до 4 часов. Итак, мы отправимся к нам домой. Безусловно, мы там передохнем. Возможно, переговорим еще раз с Фукусаном. Узнаем его мнение о том, что Рио хочет сделать. И о том, безопасно ли нам отплывать на корабле. Ну, я думаю, конечно, ничего там особенного нету. Просто будет намного меньше удобств и условий для нашей поездки. Но что не сделаешь, что не сделаешь, да, Рио, ради мести, на которую ты решил, конечно, потратить большую часть своей жизни, свою молодость. Ну что, что поделать, такова твоя судьба, видимо. Котенок наш там в порядке. С ним Мегуми. Все время мяукает. Мы его кормим, а он все равно мяукает, все равно зовет. Не достает ему внимания. Наверное, нужно какого-нибудь приятеля ей завести. Чтобы они вместе играли. До 4 часов остается у нас пару часиков. Этого времени хватит, чтобы Рио отдохнул и был свеж к новым приключениям.
Ryo-san, how'd it go? Thanks to you, I can go by boat. Well, I'm just glad I could help. Will you take care of the dojo for me? No problem. I'll take care of everything. Will you? Sure. Book-san? What else? I really owe you. Ryo-san, stop. You're embarrassing me. Well, see you later. Итак, дорогие друзья, Ryo-san очень-очень-очень хорошо нам помог. Без него бы нам, конечно, было не справиться. Ну что же, а на этом я закончу прохождение своей 15-й части по игре Shenmue. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.